Зачем закрывать глаза, которые не видят? Объясните мне, ради Бога. Мы правде, мы объективно не правде, детально. Ради объективности. Объективность – это медицинское заключение. Вот он, объективность. Объективнее, там, а не субъективность. Если есть заключение окулиста, что он не может видеть, я хочу помнить. Подождите одну неделю, и я принесу заключение окулиста, что я полностью слепой. Купите? Что такое купите? Так значит, вы мошенник. То есть, ты проводник?